Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сироте на роли Плей, Центральный округ. Муник, здесь Кирилл Путбулов, вы не забывайте одеть муник при регистрации. Итак, чуваки, сегодня будут у нас такие будни в правительстве, можно сказать, поэтому сейчас мы едем к нам на базу, так сказать, и посмотрим весь транспорт. Я хочу изначально весь транспорт посмотреть, может какие-то нам задания дадут, как бы, там, главные. Там от кого-то отвезти надо будет, либо еще что-то. Мы типа водители, я так понял. У меня ранг водитель же сейчас, если я не ошибаюсь. Так, сейчас статистика и работа адвокат. В смысле? А, вот, водитель. Должность водителя. Да, первый ранг у меня вроде бы как. Надо будет на форум зайти и чекнуть, что нужно для второго ранга. Я просто вообще не чекал, не смотрел и не узнавал, поэтому нужно будет узнать обязательно. Минуточку внимания, хочу посмотреть группу проекта Asgard Roleplay. Это сервер в КРМП, здесь можете посмотреть разную информацию по данному серверу, и также можете найти здесь IP, модпак и так далее, и зайти поиграть на проект. Ссылочку на группу я оставлю в описании, кому интересно, проходите по ссылке, смотрите и играйте. Всем приятного просмотра. Так, чуваки, я продолжаю снимать спустя пару часов, потому что меня вызвали срочно на работу, но уже я свободен, короче. Поэтому мы едем сейчас в обратно в администрацию. Пацаны, кто еще не играет, кстати, играйте, потому что онлайн просто... Сервак забитый сейчас. Я просто последним успел зайти, понимаете? Сервак просто забитый. Я только заходить начинаю, и было 490. Просто сервак забитый, поэтому заходите, пацаны. И не забывайте одеть маник при регистрации. Вот, в описании он есть, и вот можете его прочитать, если что. Давайте, я не знаю даже, какую тачку возьмем. Давайте Бэху возьмем, я давно на ней не ездил. Посмотрим, я хочу проверить транспорт администрации нашей. Какой там транспорт, я просто уже не помню на самом деле. Поэтому давайте посмотрим, возможно у нас какие-то дела появятся. Там я видел, пацаны писали, типа надо заходить в Discord. Но я что-то зашел в Discord, и там закрыто, поэтому я хз. Так, выбираем BMW M5 E60, выключить стабилизацию. И все, поехали в нашу... администрацию, можно сказать, области. Ну, правительство, короче. Блин, просто тут дикий какой-то замес. Просто жесть. Не знаю, видите, сколько тут тачек стоит. Блин, ну, некрасиво, конечно, так стоять. Посередине дороги просто мешают всем передвигаться. Ну да ладно. Хотя вон, по-моему, наша машина правительства. Созревшие 10 помидоры. Чё за прикол? Чё, блин? Что у него за надпись над головой? Что это за бред? Я просто в шоке, реально. О, скутуристы, блин, ну давайте, шевелитесь, ёбку налево. Сейчас надо машину, парковку быстренько поставить, я думаю. Так, зеленый, 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 давай, давай, давай. Ай, чуваки, блин, ну... Конечно, так тормозите. Блин, машин вообще мало. Блин, а фургон, вот фургон стоит. Да, ну ладно, давайте припаркуем нашу машину на парковке прям. Вот здесь. Пойдем переоденемся и посмотрим автомобили правительства, короче. Давайте я вот между двумя тачками встану просто вот так вот. Все. Можно, в принципе, идти. Так, за спину ложим эту. Я не знаю, здесь нужно оружие, ты, короче, ты ложишь или нет. Просто на мазинке нужно, а здесь я без понятия, серьезно. Так, вот мы сюда зашли. Управление экономикой. Но это могут только лидер делать. Вот переодевалка, короче. Так, переодеться. Все, я переоделся в форму, поэтому мы можем идти. Так, открываем дверьку. Так, что у нас здесь происходит? Все сюда иди. Что тут происходит? Какие-то выборы или что? Ладно, давайте пошлите на улицу, короче. Так, как тут дверь открывается? Во. Видите, здесь люди бегают, короче. А что за 1 рубль мне капает? Напишите в комментариях, кто знает, я просто без понятия. Можно вообще вот так вот сесть. А, что? Давайте спросим. Какой-то чувак здесь. У меня какого цвета ник? А, ну это с нашей, я так понял. Это, скорее всего, просто охранник. А, скин продаешь? Нет. Я его покупал за 500 тысяч, дружище. Я его не продаю. Да. Какой-то недавка, короче.
Приебать было пару раз. Ну ладно. Пусть живет. Так, видите, все тачки полиции украли, только Rolls-Royce вот стоит у нас, получается, да? Я ж могу его взять, по идее. О, сейчас респавнусь на тачке. Вот, я хотел вообще на фургоне прокатиться. Вот такой вот автопарк в правительстве. Я вообще хотел на фургоне прокатиться, поэтому давайте возьмем изначально его. Потому что он что-то меня очень заинтересовал. Интересно, можно любые машины брать или нет? Мне просто реально интересно. Давайте я развернусь. И поедем прокатимся на вот этой тачке. Я думаю, нам можно будет это сделать. Блин, он очень круто выглядит. Я на самом деле купил бы себе такой фургон. Не знаю, сколько их продают. Но, блин, я бы себе такой купил. Он очень симпатичный. GMC называется. Это американский фургон. Вроде бы как. Но очень круто выглядит. Серьезно. Вот можно будет что-то продать, конечно, и купить его. Надо будет посмотреть, он есть в автосалонах или нет. Или с рук его купить можно. У меня денег просто, вон все мои деньги, 650 тысяч, поэтому я не знаю. Я все на самом деле купил бы такой фургон, потому что он очень симпатичный. Просто очень симпатичный, прям, блин, ну красавчик он, реально. Просто красавчик. Еще на гидравлику бы его кинуть, я думаю, было бы очень круто. Так, давайте его здесь припаркуем и пойдем в банк, мне нужно заплатить за дом по Бэрику. Так, все, я платил уже все свои там долги, так сказать. Можно отправляться. Так, заводись, ёпта. Пока зеленый есть. Во. Все, поехали. Блин, он очень круто выглядит, этот фургон. Просто, блин, он очень классный, серьезно. Я бы себе такой купил бы. Интересно, сколько в нем можно людей вместить? Жалко, что у него, не знаю, знаете, скорее всего, 4 человека только могут сесть. Было бы круто, чтобы могло сесть там 6 человек. Так бы купил, можно было бы с подписчиками гонять. Было бы реально круто. Кстати, у меня страйк слетел. Возможно, когда будет свободное время, я буду делать стримы. Поэтому вот такие вот дела. О, я, кстати, рулетку получил. Давайте ее, наверное, активируем. Фургон реально очень крутой. Сейчас потом мы СВА возьмем и, получается, этот возьмем. Так, ММ. Ежедневная рулетка. Перейти. Бронза и крутим. Крутим, крутим. Посмотрим, что нам выпадет. Мне реально интересно, что же нам выпадет. 41 тысяча. Я думаю, неплохо. Да я думаю, довольно-таки неплохо. 41 тысяча, дай руль. Ну, бери. Мне-то без разницы, можешь забрать его. Спасибо. Какой-то странный чувак, вообще не знаю, кто это такой. Ну да ладно. Давайте тогда СВА возьмем, попробуем проехаться на нем. В принципе. Я на СВА еще, по-моему, на родине не ездил. Так, заводим двигатель. И давайте прокатимся на нем. На этом. Испытаем сегодня все машины правительства нашего. Потому что я водитель, я должен знать, в принципе, на чем мы ездим. Поэтому вот такие вот дела. Просто поиспитываем, чуть-чуть прокатнемся туда-сюда и все. Я думаю, будет нормально. Так, давайте такой скриншотик, может, сделаем. Да, погнали, короче. Прокатимся. Вроде бы нормально ездит, короче. Давайте развернемся. Вот здесь. Ой, чуть резались, ну ладно. Так, разворачиваемся, короче. Ну, такая прикольная машинка. Надо еще осталось Rolls-Royce испытать. И все, в принципе, да. Осталось только испытать Rolls-Royce. А так, в принципе, СВА тоже нормальненький такой автомобиль. Я вам скажу, прикольный такой. Так, зеленый, разворачиваемся полностью. Так, давайте сейчас развернемся по Бырику. И поставим его на место. Упс, так, аккуратненько. И паркуем его вот здесь, я думаю. Все, заебись. Так, а это что у нас? Rolls-Royce получается, да? Ну, вроде бы нормально он выглядит, короче. Неплохо так. Давайте в него сядем, проедемся. На нем. Попробовать все тачки, короче. Ну, Rolls-Royce. Ну, Rolls-Royce ездил на мазинке на Rolls-Royce. Он, в принципе, что там медленный, что здесь. Поэтому разницы особо не вижу я. Реально. Он что тут медленный, что там. Ну, это такая машина, знаете. Не знаю даже, куда на ней можно правительству ездить. Потому что, ну, тачка довольно-таки такая крутая, типа Rolls-Royce. Хотя здесь он. Это не самая дорогая машина здесь, по-моему. Хотя, если по ГОСу брать, то. Наверное, самая дорогая. Получается, если по ГОСу брать, то она самая дорогая.
А, ну она нередкая, ее можно в Теслоне спокойно вроде бы купить. Поэтому как-то так. Ну прикольная тоже тачка, в принципе, мне нравится. Автопарк у нас довольно-таки насыщенный. Вот реально, вот это круто, что автопарк классный. Фургоны есть, потом есть Rolls-Royce и есть, получается, этот, как его? Я забыл. Как он называется? Забыл, как он называется. А, СВА еще есть. Какой-то странный чувак. Ну и... Он типа на меня хочет жалобу кинуть? Да, без проблем. Ладно, поехали. Это какой-то странный чувак, короче. Он решил на меня жалобу, я так понял, кинуть. Типа, что я вот катаюсь. Возможно, меня даже сейчас уволят, скорее всего. Я просто решил машину испытать, как бы. В этом ничего нету. Он думает, блядь, у меня есть Чирон, у меня есть тачки нормальные тоже. Я просто решил прокатнуться и все. Как бы, в этом ничего такого нету, я думаю. Это нормально. Он написал, ну тебя уволят и в ЧС занесут. Лол. Такой бред. Напугал. Ой, напугал. Напугал, капец. Ой, напугал, капец. Ну пусть, блядь, увольняют, и чё, блядь. За то, что я просто на машине покатался. Да уж. А, боже. Какие неадекваты. Я водитель, как бы. Мне можно ездить. Я проверял состояние машин. Вот и все. Угу. У меня как бы пруфы есть, мне пох. У меня как бы пруфы есть, мне пох. Ты какой-то странный чувак вообще. Просто какой-то неадекват. Да. Боже, какой-то обезьяник просто. Смотрите, что здесь происходит. Я реально просто в шоке. Бля, если тут такое правительство, какие-то крысы, блядь, пиздец, просто нельзя тачку взять покататься. Я просто в шоке, реально. Ну ладно, на этом, я думаю, будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. From the out.